на высоком уровне, высокопоставленные заявления практически каждый день звучат. Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Беларусью, это, ну, просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном. Но, ну, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Александр Григорьевич прав, он говорит, ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.